I would like to welcome where I am born and where is my hometown. Maybe that you know that actually Bavaria is one of the most important investors in Russia. And I was happy that I could start already 25 years ago to be one of the first investors in your fantastic country. That we have now almost 200 VIPs from Moscow, from Russia, who come from Switzerland, from Paris, from Prague, and somewhere else to be here in Munich. It makes people like you, with fantastic brains, not only looking very good, but only have fantastic atmosphere and brains, that they should come together. So this is actually one of the very important things what you organized, that we can do this on our own. So I just would like to wish you a nice day here in Munich. Enjoy the weather, enjoy the Bavarian music, and if you have any wishes, so I'm here now, I'm here in a network which is actually possible for almost everything. Сообщение. Странно, что раньше такого не было, это давно нужно было, потому что фистеков за границей очень много. Мне пришло приглашение с Фистехсоюза. Это был отличный предлог. Со встречи выпускников. Я думал, признать или не признать, потому что было как-то лениво на самом деле. 20 лет я ждал этого события. Я поступил на физтех в 1970 году. Я был далеко не единственным евреем, кто поступил в тот год. Но меня очень удивило, что здесь собралось огромное количество русскоязычных жителей. Научились, что правильно пить пиво надо в парке культуры имени Горького. Потом его называли парк имени отдыха. Ну вот, сегодня есть возможность в Германии, в Мюнхене, практически в таком же парке отдыха, пить хорошее немецкое пиво. Ветер весны зовет, комнатный мир покинул. Очень рад приветствовать вас здесь от имени ФТИН на территории, великой территории Мюнхена. Считаю первое такое собрание открытым. Когда мы начинали регистрацию, мы думали, соберется на 30-50 человек. Но когда количество регистрации перевелось за 200... Манит в края мечты каждый погожий день. Я сейчас нахожусь в Чехии, а до этого я закончил с отличием PhD в Финляндии. Это был очень интересный и тернистый путь. Сразу я через 2 месяца после выпуска уехал, у меня уже был контракт готов, там никаких проблем не было. Квантовые точки конденсируют состояние нанофизики, нанотехнологии. Работал 7 лет после физтеха в Троицком институте ядерных исследований. Потом ушел из науки, стал программистом и сейчас живу в Германии, в Гамбурге. Пусть запрещают нам петь песню о бригантине. На самом деле, физтех очень сильно сейчас меняется, и там, вы если сейчас вот послушаете, поговорите, вы просто удивитесь, даже выпускники последних лет, вот, они удивятся, как физтех меняется в последнее время, как здесь открываются новые лаборатории, наука из базовых кафедр перемещается на МФТИ, более 80 уже лабораторий открыто за последние там 2 года.
Да, вот, и мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся понять, как белок встраивается в липидный слой, например, в бактерии. То есть, как происходит процесс интеграции. У меня задача больше физическая, потому что у нас довольно много вот методов, где нужно именно, допустим, знания в оптике и в электрофизиологии. У нас университет имени Иоганна Кеплера. Я выпустился не так давно. Сейчас я делаю аспирантуру здесь, в Мюнхене, в Макси Планке. Снятся усталым парням сказочные принцессы. Это у нас первая встреча такого рода, но она не последняя. Мы будем проводить их регулярно. Мы будем проводить их два раза в год. И мы можем менять разные города Европы в качестве мест проведения. Сила физтехов в нашем нетворкинге. Дамы и господа, помните девиз физтеха? Кто помнит? Sapere aude. Итак, за сообщество физтехов в Европе и в мире. Sapere aude. Ура! 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 Синие дали мои, алые паруса. Заведение, в котором я работаю, называется очень просто. По-немецки его называют SAP, а по-русски звучит САП, город Мюнхен. Деятельность спер девелопер, старший инженер, будем говорить так. Я из Казани, я живу около Женевы, работаю в швейцарском банке, так что вот я как бы не самый типичный физтех. Тоже работаю в швейцарском банке программистом, но в Польше. Пересекал польскую границу, ну и как там Польша после физтеха? Ну просто спокойный город. Нет, ну все-таки Польша несколько нестандартная страна. Стандартная, да. Белый корабль мечты, синие волны пени. Особое движение пошло в 2017 году, когда пошли новые программы по Арктике. Это отдельное постановление президента Российской Федерации Путина по физтеху и Бауманке, только по двум институтам. Пошла программа по искусственному интеллекту, пошли там другие программы. И на сегодняшний день мы действительно стали университетом исследовательским больше, чем университетом как подготовка кадров. Опытный рулевой держит в руках штурвал. Я живу в Йене, работаю на ферме Carl Zeiss, рассчитываю оптику, микроскопы, объективы, фотообъективы, различные искусственные хрусталики. В общем, достаточно широкий спектр различных оптических задач, которые я решаю. Сотрудник Института космических исследований Австрийской академии наук в Грации, это неподалеку, 4 часа езды от Мюнхена. Был очень рад приехать. Я работаю в Юлихе, при ресерч-центре, Ocean-центре Юлиха. Исследовательский центр Юлиха называется, да? Если обманет судьба, если любовь изменит. За последние 4 года бюджет физтеха вырос в 1.5 раза. И сейчас мы хотим, чтобы наши выпускники имели компетенции не только в области науки, но и могли работать с рынком, могли реализовывать различные предпринимательские проекты. В ближайшее время мы будем заниматься организацией. Рассчитываем прежде всего на вас, что вы поможете своим опытом, своими знаниями развить нам этот проект. Ждут нас еще впереди новые острова. Я занимаюсь компьютерными сетями, где платят, там и занимаюсь. Я живу в Мюнхене, сейчас занимаюсь Big Data, так называемыми большими данными. И был очень удивлен, что, оказывается, на физтехе теперь есть факультет МИФ, если я не ошибаюсь, который занимается, например, этими же. Приятно удивлен, что этот физтех очень сильно модернизируется и идет в ногу со временем. Хотя, конечно, не совсем понял, зачем нужно было перетаскивать лаборатории баз на физтех, но, наверное, какие-то есть этому причины. Потому что базы маленькие, и они уплотняются. Я, вот, я, конечно, может быть, давно уехал в Россию 19 лет назад, но в свое время моя база была ИТЭФ, и я что-то слаб себе представляю, что ИТФ там. Насколько я знаю, люди все так же продолжают ездить это в ЦЕРН и участвовать в их разработках. Может быть, мы действительно будем делать проект.
проекты в будущем. Меня зовут Артур, я работаю в квантовой оптике общества Макса Планка здесь, в Мюнхене, на севере. Вот, а мне просто представили друзья, что будет MIPT Union. Это хорошее дело, надо продолжать. Не прислала. Нетворкинг. Я никому не прислал, поэтому цепочка оборвалась на мне. Пустим в лицо ветра, дуют порывом группы. Физтех-союз — это организация, сделанная выпускниками для того, чтобы развивать физтех. Эта идея родилась в начале 3-5 физтехов, которые уже где-то 45+ по возрасту сделали бизнес и стали думать о том, что какое наследие, чем можно помочь физтеху, что можно сделать полезного. Вначале делали разные большие проекты, типа развития биофарм направления на физтехе, появление технопарка, физтех-парк, развитие физтех-лицея, улучшение его инфраструктуры. После этого решили, что не только большие проекты важны, но важны любые средние и маленькие дела, которые могут сделать выпускники. Каждый из вас, я уверен, в чем-то является крут и готов что-то сделать. Спортивных, научных, социальных. Это может быть менторство для студентов. Очень важная история. Сейчас студенты все начинают думать, вот я учусь, а что дальше? Куда пойти работать? В чем отличие работать в одной отрасли, в другой, в третьей? И они были бы очень рады, если бы вы добавились в нашу базу менторов, и студенты могли бы час вашего времени в месяц тратить, поскайпиться с вами, позадавать разные вопросы. Я думаю, вы сами представляете, когда вы были студентами, как было бы ценно поговорить с этими потенциальными теми, кем ты можешь стать через 5-10 лет и понять, куда тебе лучше идти. Вот, если у вас любые идеи есть, что можно сделать совместно и чем готовы. Устроился работать в компанию PwC в России после физтеха. Проработав там 3 года, уехал в командировку во Франкфурт. Всем советую поступать и учиться на физтехе. И заканчивать его. Спасибо. Смелые всюду пройдут, стиснув упрямо зубы. Физтехи, физтехи, физтешата и сочувствующие. Сейчас будет большая викторина про физтех. Если вы хотите в нее играть, пожалуйста, расположитесь поближе ко мне, чтобы меня слышать. Если вы не хотите в нее играть, пожалуйста. Хочу воспользоваться случаем, чтобы передать привет своему хорошему товарищу по общежитию, который на год старше меня, Володе Овчинкин. Мише Данилевичу, он в Долгопрудном работает вроде еще. Ну и всем, кого я знаю. Я живу в Киеве, работаю между Киевом и Италией. Наукой расстался, когда развалился СССР, но как-то удается существовать. Когда я прочитал о таком событии, что в Германии собираются выпускники, я не мог пройти мимо, потому что для моего поколения, а вообще за границей, это было за границей. Мы все были, вы знаете, в каком режиме работы с документами. Тут в соседнюю Польшу нельзя было поехать. Сейчас спокойно все путешествуют. И когда я обнаружил, что 200 человек, причем большая часть из них работает в науке и работает за рубежом, я понял.
завершил в 2012 году. Назовите всех физтехов, которые занимали посты министров последние 15 лет. Климкин. Климкин. Эта команда правильно назвала Климкина, но есть еще один, кто же его назовет? Это Климкин, его уже назвали. Шаранский. Да, Натан Шаранский, Израиль. Это тоже министр. Два физтеха. А как зовут занимал? Той команде. Этот примат стал чемпионом России в 2001, 2008 и 2011 году. Примат — это не просто примат. Подсказка номер один. Примат — это фук. Подсказка номер два. Этот примат основал и возглавляет Федерацию бриджа России, но чемпионом стал в этих годах не по бриджу. А Максим Подошёв. И это верный ответ. Максим Подошёв стал чемпионом России по спортивному «Что, где, когда» в 2001, 2008 и 2011 годах. Какое слово начинается с трех «г», а заканчивается тремя «я»? Тригонометрия. Три «я». Правильный ответ. Тем до седых волос трудно весной уснуть. Сейчас я проживаю в городе Хайдельберге, известном университетском городе. Пенсионер. Продолжаю заниматься бизнесом, предпринимательством. Буду рад, если кто-нибудь меня найдет на Фейсбуке. Поэтому оказаться здесь, где плотность интеллекта, плотность мозгов на квадратный метр, благодаря этому событию, которое организовал МФТИ, настолько велика, я хотел в этом участвовать, я хотел тут присутствовать. Большой поклон всем создателям, многие из них уже ушли из жизни, те, кто придумал физтех. Это уникальное производство людей, способных работать в чем угодно. Мне по жизни приходится работать со многими иностранцами, итальянцами, американцами. Скажу вам, так трудно работать с людьми, которые не учились на физтехе. Ну, если бы это не было на запись, я бы сказал другие слова. За науку, за физтех. Спасибо Долгопрудному. Кто полюбил паруса в синем тумане моря, то навсегда сохранит в сердце свое весну. Юность берет свое даже в разгаре сессии, даже когда домой некогда написать. Снятся усталым парням сказочные принцессы, синие дали мои, алые паруса. Снятся усталым парням сказочные принцессы, синие дали мои.